Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Катя. Катя? Почему ты меня так просто назвал? Не какой-нибудь там Екати дурочка, Екати кружка или чем-то еще? Это очень подозрительно. Сегодня мы находимся, я даже не знаю, где мы находимся? Там, где темно, как в жопе у крипера или что? Мы находимся там, где ты будешь делать обосратушки из-за каждого шороха у тебя за спиной. Я тоже не знаю. Сегодня мы находимся там, где... Да где мы находимся? Я даже не знаю, где мы сегодня находимся! Зато, кажется, я знаю, где мы находимся. Это Таганрог. В детстве мама пугала меня этим городом, когда я не хотела ее слушаться или плохо себя вела. Но я не верила в существование такого страшного города, и тогда она меня отправила в него. Это был просто кошмар, она меня пугала этим городом! Там невозможно находиться! Боже, что вообще за кошмар? Какая нормальная мать будет свою дочку Таганрогом пугать? Это ужас просто! Самый настоящий ужас. Тебе не кажется, что вокруг Майнкрафт какой-то... Не Майнкрафт, что это вообще такое? Почему трава шевелится? Почему факел так выглядит реалистично? Мы что, попали с тобой в настоящий Майнкрафт, я не знаю, версия 2.0? Что это такое? Все действительно очень и очень подозрительно. Проблема, Катя, в том заключается, то, что когда мы сегодня зашли в Майнкрафт, бог Майнкрафта нам даже ничего не сказал. Не сказал, в какую деревню мы сегодня попадем. Не сказал... Где эта деревня находится? На, один факел тебе, один факел у меня будет. Держи его в руке, это самое главное. А вдруг с богом Майнкрафта что-то случилось? Вдруг его похитили или вообще чего хуже, а? Да я сомневаюсь, что с богом Майнкрафта вообще что-то может случиться. Он просто нам оставил один факел, который лежал на земле. И у меня был один факел в инвентаре. И походу нам сейчас в этой реально жопе крипера или деревню надо найти. Или я даже не знаю, что нам надо найти. Но 100% надо держаться вместе. Иди сюда за мной и не отставай. Так, отставать от тебя точно не буду, но ведь деревни даже здесь вокруг вроде даже и нет. Так может тогда здесь есть где-то вокруг, но мы просто это не видим. Ты что-то видишь здесь? Я вот нифига, кроме тумана и ночи, не вижу. Да я вижу максимум на вытянутую свою руку, а дальше темнота сплошная. Так, ага. А, так ты отойди в сторону! Ты чё, криперов перед собой двух не видела, что ли, Кать? Нет, не видела, почему у меня весь экран в крови? Господи, фигня какая там ночью привидится. Не смотри, не смотри лучше на... Не смотри! Так, подожди, не пугай меня, пожалуйста, давай без этого, и без того страшно. Да чего тебе страшно? Я вообще реально первый раз сам в Таганроге, я... Куда нам идти? В какую сторону-то? Вот, что? Пошли отсюда. Он был вообще возле дерева, находился, иди сюда. Иди сюда, свалим куда-то вот туда, быстро. Кто-нибудь может объяснить нам, почему так сильно темно? Почему какие-то звуки непонятные? Где бог Майнкрафта и где деревня? А? Может быть, ты мне ответишь на эти вопросы? Кто бы мне ответил на эти вопросы? Почему мы с тобой оказались в вот таком мире Майнкрафта? И почему мы не знаем даже, куда нам идти? Так, тихо, просто бежим и не обращаем ни на что внимания. Просто бежим и все. Валим отсюда! Паук! Какой паук? Господи, Саня, еще... убей! Чё он так прыгает, как реально настоящий человек-паук какой-то? Так, слушай, мне, иди сюда, там сзади крипер, иди сюда, быстро! Мне кажется... Господи, отстаньте от нас! Катя, мне кажется, нам нужно вот эти факелы добыть, иди сюда! Назад разворачивайся, я вот здесь в темноте, господи, сюда, сейчас факел! Факел, забирай факел! На факел, все, давай в лес, мы на какой-то открытой поляне здесь, дофига просто монстр, давай в лес сразу побежим. А, ну в лесу, конечно, безопасней. Конечно, да. Так, все, спокойствие, никаких криков, мы с тобой не пугаемся, мы с тобой никого не боимся, обычное спокойствие посередине фиг его знает чего. У нас же есть какая-то задача на эту серию, да? Хоть бог Майнкрафта нам про это и не сказал, но мы 100% должны с тобой найти какую-то деревню хотя бы получается. А для того, чтобы найти деревню, нам с тобой хотя бы еще парочку факелов надо скрафтить, потому что у меня один факел, у тебя один факел, и они нам... Точно жизнь спасти не могут, господи! Чё ж так монстров там много? Давай иди сюда за мной, не отставай, самое главное. Слушай, может быть броньку наденем нашему алмазную и не будем выпендриваться? А
А чё мы без неё-то бегаем всё это время, а? Вот и я не знаю, давай быстрее напяливай, а? Всё, ага. Какая-то фигня перед нами опять торчит, я даже не знаю, что это такое, но я тебе предлагаю отправиться туда. Короче, надо найти уголь, надо найти дерево и сделать как можно больше факелов. Это ледяные шипы или это глиняный биом? Я даже не вижу отсюда. А в этом есть вообще какая-то разница, что это такое? Главное, сейчас надо разобраться, кто идет делать дерево, а кто идет копать уголь. Так, ну иди тогда за деревом, я пойду тогда уголь буду добывать, давай. Так, только недалеко друг от друга, только недалеко. Ага. А тут кто-то есть вообще? Если вы не против, я мимо вас пройду вот так вот и просто пойду поищу уголь. А ты чё тут ходишь? Мы же с тобой договорились, что ты за деревом пойдёшь. Иди за деревом давай. Я тебе чё, на дурочку на какую-то похожа? Одна, на за деревом уйти. Слушай, у меня какое-то очень странное ощущение по поводу этих статуй. Вот прям очень странное. Я вот тоже заметила кое-что по поводу статуй. Вообще зачем они здесь находятся? Они же даже не вписываются вообще в Майнкрафт никак. Слушай, мы... Иди сюда, иди сюда! Ко мне, подойди! Что? Да, обернись туда, назад, господи, дуремонта! Она же на улице только что была! Мы спустились в шахту, она сзади нас появилась! Не, это другая статуя, она здесь уже стояла. Статуи не могут ходить. Нет, Кать, это не другая, совершенно не другая статуя. Иди сюда за мной, только не оборачивайся к ней спиной, не оборачивайся вот так за мной. Вышел на улицу, темно как в жопе, я даже реально не знаю, у кого как темно в жопе. Короче, мой план к тебе. Ты смотри на эту статую, не оборачивайся от этой статуи, а я... Опа! А чё здесь палочки так валяются посередине? Просто ничего и сундучок в сундучке. Ну, было бы, конечно, полезно, если бы мы здесь с тобой факелы нашли, но я просто железо нашёл. Ну, в принципе, тоже пригодится. Так, а мы с тобой, кстати, гении, Кать! А почему? Почему мы гений? Почему ты оставил меня одну наедине с этой статуей, а? Все, иди сюда, давай на меня беги, потому что нам нужно добыть дерево, а мы с тобой в пустыне находимся. А, ну, в принципе, мы с тобой очень умные товарищи. Ты меня, конечно, извини, но я потеряла наш второй факел. Ага, то есть у нас сейчас вообще один факел получается? Получается, что так, да. А вот здесь еще одна вагонеточка, и в этой вагонеточке пожалуйста, у нас... Пожалуйста. Слава яйцам, как говорится, есть уголь! Так, и даже алмаз есть один, но какая разница, алмаз я даже здесь оставлю. Все, оставляю алмаз, самое главное забрать уголь. Так, факелы, пожалуйста, мне, пожалуйста, так, держи, А почему... Что случилось? Почему они не горят? Так, подожди, почему? Ты что, сломал факелы, что ли? Ты совсем? Да как я мог сломать факелы? Я скрафтил факелы, они просто не горят. Это не горящие факелы. Потухший факел. А что, зажигалка, что ли, еще нужна, хотите сказать? У тебя есть зажигалка? Конечно, у меня есть зажигалка. Куда я вообще? Я не хожу в Майнкрафт, но без зажигалки. Так, ну-ка, ставь факелы, давай подожжем. Так вот, они уже стоят. Попробуй на них... Вот, давай, 4 факела сразу подожди, чтобы к нам сюда никто даже не подошел. Господи, Кать, там глаза в темноте только что светились. Я тебе предлагаю убежище. У нас просто за весь сезон Майнкрафта оно нет дома, где мы можем даже отдохнуть. Мы даже деревню не можем в этом тумане найти. Так, погоди, чтобы сделать убежище, нам нужны какие-то блоки. Неважно, давай из глины сделаем, да из чего угодно. Просто построим себе маленькую коробочку и там спрячемся. И просто подождем дня, а? Хорошо? Тогда давай делаем так. Я охраняю здесь факелы, чтобы их случайно никто не украл. А ты пойдешь добудешь дерево. Вот где-то вот деревья вот там находятся, ага. И это мой парень. И это вот ты вот так вот меня просто отправляешь. Ладно, все хорошо. Тогда ты тут стой, а я пойду добуду ресурсы. Все, охраняй главные факелы. Стань в центр, чтобы тебя никто там не убил. Главное в живых возвращайся, пожалуйста. Нужно срочно убежище, мне страшно. Давай. И главное... Вот это назад почаще оборачивайся, вдруг там статуи к тебе подойдут, ага, не надо... Не пугай меня! Не пугаю, просто предупреждаю! Вот, кстати, одна статуя что-то в воде там стоит, пипердит, вот это так, факел, у меня факел потушен! Кать!
Я не хочу добывать никакие ресурсы! Я не хочу! Господи, у меня ж мурашки по коже сейчас пошли! О, ты добыл? Ты добыл? Я ничего не добыл! Пойди туда в лес сама, посмотри, без факела в темноте! Пойди, пойди! Господи, какой же ты все-таки Мишка-секунишка! Сейчас я тебе все принесу, жди тут! Ага, давай, давай, хочу посмотреть, давай! Так, факел берем один на всякий случай, я пошла, сейчас приду. Ой, все хорошо, все нормально, никого здесь нет, все нормально. Что это? Что это за звуки? Вот и я тебе говорю, там в лесу точно кто-то есть! Так, о господи, тут вода, я даже не заметила. Все в порядке, все факелы живы, ты жив, все хорошо? Ну, снаружи вроде жив, но внутри уже давно умер. В начале этой серии ты ресурсы какие-то добыла или нет? Так, все, 26 темного дуба, немножечко глины и булыжник. Давай строй, пожалуйста, я тебя умоляю, сделай хоть что-нибудь полезное. Булыжник, давай вот сюда, тогда ты давай строй фундамент, а я стены буду возводить. Давай быстро. Помаленьку так, по блоку, вот туда, по сторонам смотри, чтобы еще никакая вот эта какая-то непонятная фигня из леса к нам сюда не пришла, ага. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и стены, можно сказать, готовы. Нам осталось построить вот потолок, тихо, который... Тихо, 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 тихо. Кто там? Подожди, может, мне кажется, кто там идет к нам? Зайди внутрь. Так, спокойно, тихо, тихо. Дверь, 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 дверь. Просто... Мне, конечно, очень интересно посмотреть, кто же этот иностранец к нам в гости пришел. Но я на всякий случай просто сделаю верстачок. Господи, у меня сейчас слезы как будто бы пойдут. Так, так что ты сделал? Я дверь хотел сделать. А не надо нам дверь, нам так сойдет, в принципе. Я считаю, что каменная дверь тоже хорошая вещь. Ну тогда мы так же просто возьмем, так же просто застроим потолок и будем сидеть с тобой в настоящей темноте. А поставь куда-то факел на стеночку, чтобы он там светил что-то. И давай мы с тобой наконец-то уже решим, что за фигня сегодня вообще происходит. Так, погоди, погоди. Ну, в принципе, а как вариант, почему не можем остаться здесь? А что нам вообще надо делать? Мне здесь хорошо. Главное, сейчас кровать еще построить, и все нормально будет. А я все же тебе предлагаю найти какую-то деревню, потому что я уверен, что в деревне будет безопасно и спокойно будет в деревне 100% и не будет вот такой вот фигни на улице твориться, как здесь, в Таганроге. Да было бы, конечно, очень круто, но где мы с тобой найдем эту деревню? Как нам вообще отсюда выбраться? Мне очень не нравится этот Майнкрафт. Я вообще хочу просто уже сбежать куда-нибудь. Ну, тогда, как бы нам не было страшно, я тебе все же предлагаю просто куда-то отправиться и бежать прямо. Рано или поздно мы с тобой точно какую-то деревню, да, найдем. Иди сюда за мной. Это очень позитивная, конечно, логика, но мы так с тобой можем 100 лет просто идти, идти, идти. Да, главное, назад не оборачивайся и лучше побеги, пожалуйста, как можно быстрее за мной сюда, куда-то в эту сторону, давай! Я после этой серии Майнкрафт, я не смогу даже в музеи ходить, и я все статуи, которые буду встречать на своем пути, я просто их буду мимо проходить. Да уж, я даже не думала, что когда-нибудь в жизни я смогу испугаться обычной статуи. Иди сюда за мной, иди сюда за мной. Там еще одна статуя, не отставай. Кать, я не хочу больше, она возле тебя стоит! Тихо, тихо, я сейчас сама только что ее прям увидела, она прям просто моментально оказалась передо мной. Я спокойно. Не... Хочу после этой серии записывать Майнкрафт, но ты... Кать! Кать! Ты где? А вот это уже очень плохо. Да что вам от меня надо? Смотрю туда и смотрю назад.
А это я ищу где? А чё только... Что только что произошло? Это ты? Ты тоже тут так же отказался, как и я? Ты на статую посмотрел. Ну как посмотрел? Ну да, я обернулся, потом резко на неё посмотрел и оказался где-то в земле. Я думал, меня заживо похоронили, что ли? Как хорошо, что мы нашлись. Так ты подумай сам, на статую, походу, спасти хотели, потому что я только мимо неё начала бежать, она меня сразу коснулась, и ты пахнула меня в эту деревню. Так они, оказывается, всю эту серию у нас от темноты хотели спасти, а мы от них убегали, дуримонды дуримондовские. Ну, конечно, блин, они еще такие страшные. Вот, короче, познакомься, это жители. Это Аркадий, это Олег. Они хотят нас приютить у себя и напоить чаем и тортиками. Ну, так давайте мы друг друга за причиндалы тянуть не будем. Я сразу же с большой радостью заходим. Господи, нормальный человеческий дом. Две кровати, еда! Садись, давай. Ребят, наконец-то. Я первый раз в жизни, честно, так сильно рад жителям. Я даже вас убивать не хочу, честное слово. Накормите нас, пожалуйста, чем-нибудь. Мы очень голодные, холодные, нам очень страшно. Расскажите нам сказку на ночь. А давай, знаешь что? А давай мы просто завалимся дрыхнуть, потому что у меня такое ощущение, что эта ночь никогда в жизни не закончится. Просто ложимся и просто дрыхнем. Давай! Это самая вообще крутая мечта за сегодняшнюю серию. Спокойной ночи, без всяких ужастиков и кошмаров. Ага. О, родное наше небо, родные блоки, родной день, и нет уже наконец-то ночи. Кать! Ты чё, когда спала, шею себе сломала? Вставай, давай, подъём! А, чё, кто здесь, кто? Алло, да, доброе утро! А ты посмотри вокруг, кажется, солнышко светит! Неужели всё прошло? Я про это же говорю, и тумана этого нет, и ничего вот этого всего остального тоже нет. Ну, давай! Наконец-то вся эта фигня закончилась! Господи, я реально, у меня мурашки по коже всю серию эту шли. Слушай, так может это все наш кошмар какой-то был? Может просто сон плохой приснился и все, ничего этого не было? Может быть кошмар? Здорово, Ксюха, здорово, Хэрейт. Может быть кошмар? А может быть не кошмар? А что происходит? А что здесь эта любовная парочка делает? Ах, да я не знаю, они всегда вместе ходят, за ручку держатся, вот это, да, Хэрри, здорово, ага. А ты чё, устал, что ли? Ты чё, присел-то? Да, потому что всё, как бы, испытание твоё закончено. Какое испытание? Ну, можно сказать, все испытания закончены. О чём он говорит? У него чё, совсем крыша поехала, да? Ну, Катюх, понимаешь, тут просто такое дело. На протяжении всего этого сезона Майнкрафта, но мы не говорили тебе одну самую главную новость. Какую? Вы что троллите надо мной? А, ну давай, подарок мне какой-нибудь приготовили, да? На Новый год еще и день рождения мой не скоро. Кать, ну, как бы новость заключается в том, что, ну, бога Майнкрафта на самом деле и не существует. Ну, да. Так, хорошо. А ты знал об этом? Ну, как тебе сказать? Я, можно сказать, сам бог Майнкрафта. Да ты гонишь! Ты чё, ты решил тут повыпендриваться передо мной, да, сказать? Что? Это было всё, это испытание! Весь этот сезон — это испытание, все эти деревни, которые здесь находятся. Кать, это мы строили эти деревни перед записью серии. Наркоман и Петрович играли всех этих монстров. Это они были. Они просто учили тебя играть в Майнкрафт. А вот сегодняшняя серия — это финальное испытание на обосратушки. И ты его удачно даже прошла. Ты бог Майнкрафта, и я постоянно искала именно тебя, а ты стоял просто рядом со мной? Ну, получается так, да? Вы все тут, что ли, совсем страх потеряли, а? Да мы ничего не теряли, зато как ты хорошо сейчас играешь в Майнкрафт!
Ты даже за эту серию сегодня ни разу не обосралась, хоть было реально страшно. Так, ладно, так, ладно. И что теперь? И что, на этом все? Да, на этом все. Все наши нами подготовленные испытания на этом закончены. Поэтому можно сказать то, что ты сейчас настоящий профессионал. Ура! Я умею играть в Майнкрафт, а вы все лохи! Ха-ха! Я наконец-то научилась играть, все! Ура! Можно больше никогда не испытывать эти чувства тупые, когда ты не можешь что-то пройти, можешь испугаться или что-то еще произойдет, наконец-то все закончилось! Пошли, пускай она там радуется, пошли! Все. Я теперь профессионал! А я вообще знала, что ты бог Майнкрафта. С самого начала знала. Я просто тебе не говорила, чтобы тебя не расстраивать. Понял, да? Да. Празднуй, пока можешь. А то скоро еще тебе какие-то испытания придумаю. И тогда тебе точно праздновать больше не захочется. Ага. Я профессионал.